Привет! Сегодня готовим рассольник – уникальное блюдо, которого нет ни в одной национальной кухне мира. Варим бульон. Можно из курицы. Нарезаем и добавляем в закипевший бульон морковь и картофель. Минут через 10 добавляем нарезанные соленые огурцы. Обжариваем лук с небольшим количеством томатной пасты. Соединяем с бульоном перловку, которую я сварила отдельно. Обжаренный лук, нарезанные почки, которые я тоже сварила отдельно. Добавляем лавровый лист, зелень и накрываем минут на 5 крышкой. А через 5 минут приятного аппетита! И не забудьте сметану!